Дорогие друзья, мы провожаем 2020 год. В нем уместилось столько событий, что, наверное, каждый из нас иногда хотел просто включить перемотку или нажать на паузу. Я верю, что те испытания, которые мы вместе прошли, сделали нас сильнее и опытнее. Но было ведь и хорошее. Мы встретили 75-летие Великой Победы. Узнали, что рядом так много неравнодушных людей, которые с радостью готовы делать добрые дела, помогать совершенно незнакомым людям, бескорыстно и от чистого сердца. Мы удержали экономику, открыли новые заводы, есть серьезные проекты на перспективу. Мы сделали все, чтобы 2021 год стал годом не борьбы, а новых возможностей и добрых новостей. Нас ждет 650-летие Калуги. Юбилей первого полета человека в космос. Вот множество знаковых для нашей области объектов. Встречайте Новый год с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций. Удивляйте и удивляйтесь. Открывайте новое. Согревайте сердца друг друга. Желаю, чтобы в наступающем году счастье не покидало ваш дом. Любовь и забота близких поддерживала вас на поворотах судьбы. Работа была в радость, а отдых – удовольствие. Будьте здоровы, будьте благополучны и успешны в новом 2021 году. С Новым годом, дорогие жители Калужской области!